О, что за ужас? Это тоже не очень. Вау, вот это да! Точно, хочу такой же прикид. Я буду неотразима. О, прислуга! Да, мэм, чем я могу быть полезен? Погляди, вот что мне нужно. Разумеется, мэм, будет сделано. Я буду такой красивой. Но сколько еще ждать? Прошу прощения, мэм, пожалуйста, садитесь. Время создать шедевр. И тогда папа купил мне лошадь, но мне она не понравилась, я хотела единорожку. Папа сказал, что их не бывает. Тогда я немного покапризничала, и он купил мне единорожку. Я назвала ее Радуга. И вуаля! Все готово, мэм. Как чудесно, благодарю. Рад был полезным, мэм. Чао. Вау, вся тюрьма мне будет завидовать. Надо выложить. Шикарно, ослепительно, так красиво. Постой. Фон не подходит. Есть идея. Дамочка? Да, ты, в синем. Иди сюда. Но я не хочу в школу, мам. А, уже не сплю. В чем дело? Это решетка. Она портит мои селфи. Сделай что-нибудь. Да, это никуда не годится. Сейчас исправим. Посмотрите этот каталог. Что-нибудь здесь нравится? Нет. Дальше. Неплохо. Вот то, что нужно. Отличный выбор, мэм. Я все сделаю. Но сперва уберу вот это. Простите за неудобство. Ух ты, отлично. Если еще что-нибудь понадобится, я к вашим услугам, мэм. Ладно, кыш отсюда. Тюремная решетка из леденцов. Так выглядит гораздо лучше. Какая тоска. Как я выгляжу? У меня даже зеркала нет. Такой длинный день. Скорее бы домой. Может, удастся вздремнуть? Она уснула. Это мой шанс. Вот так. Осторожно. Не зря я качалась в тюремном спортзале. Давайте бицепсы. Мне нужны эти пончики. Бесполезно. Что это за звуки? Что происходит? О, это мой телефон. Алло? Конечно, нет, я не сплю. Я просто дала глазам отдохнуть. Мне нужно прийти в ваш офис. Конечно, сэр, уже иду. Может, я смогу дотянуться? Так близко. К счастью, у меня есть удочка. Что, теперь это зонтик? Ладно, главное достать пончики. Заодно камеру почищу. Ну уж это точно сработает. Давай же, почти удалось. Ага, получилось. Сладкие вкусные пончики мои. Один поворот ключа, и я в раю для сладкоежек. Вот так, отлично. Рядом никого. Веди себя естественно, не привлекай внимания. Как классно пахнет. Стой, где стоишь? Руки за спину. Кража пончиков у полицейского – серьезное преступление. Никого нет? Пс, эй, слушай сюда. А, чего тебе? Смотри, что у меня есть. Тебе очень хочется спать. Ха-ха, на мне такое не работает. Очень хочется. О-о-о. Ха-ха, получилось. А теперь посмотрим, что у меня. Золотое сердечко. Вау. О, какое мягкое. Ха-ха, пум-пум-пум. Сначала лизну. Вау. Как вкусно. Что-то не так. О, золотое кольцо. Вот это да. А что если? Что появится теперь? Сработало! Золотое ожерелье! Минуточку, а если? Снимается! А оно съедобное? Вкуснятина! Значит, и кольцо можно! Оно даже вкуснее! Тик-так! Что? Кто? О, ты меня провела! Хорошо, хоть блюдо осталось! И что это такое?
Это точно не мое. Дурацкая штука. Что? Что происходит? Вау! Я потрясающе выгляжу. Для вас приглашение, мадам. А? Пока смот. Я знала, я настоящая модница. Пока-пока. Эй, ты куда это? Привет, я вас всех люблю. Кушать, кушать, кушать. Как насчет покушать? Так раздражает. Держи, мне кажется, тебе не помешает. Денежки. Да, я не откажусь. Отлично, вернемся к моему шикарному обеду. Золотой бургер с золотой картошкой фри. Пойдет. Чего-то не хватает. Конечно, как я могла забыть? Селфи. Хэштег «Золотой бургер» – роскошь. Я слишком голодная для селфи. Что сегодня на обед? Опять? Бургер из бумаги. И волшебная палочка? А? Абракадабра. Ой, куда он делся? Что это было? О, дурацкая палочка. На-ка, получай. Оу. О-оу, она исчезла? Да, заберу ее блюдо. Вкуснятина. Приглашаю в мой животик. Вау, а это вкуснее бумаги. Фу, мусор. Фу, какая мерзость. Ой, ты уже вернулась? Мне нравится твой новый наряд. В смысле? Это что, банановая кожура? Фу, просто отвратительно. Мерзость. Вау, шоколадный фонтанчик. Ой, какая прелесть. Наш собственный фонтанчик. Хочешь первым открыть, Брайан? И что это такое? За что мне эта капуста? О, пахнет ужасно. А на вкус еще хуже. О, это жестко. О, слава богу, мне такое не попалось. У меня разноцветные круглые конфетки. Спорим, это жвачка. Точно, смотри, какой пузырь. А, точно! Я забыла про шоколад. Попробуем вместе. Сделаем шоколадную жвачку. О, вот это я понимаю. Стоп, у меня идея получше. Жвачка, шоколад и посыпка. Лучшее сочетание. Оу, ты видел? О, да, так круто. Может, все-таки попробовать? Шоколадом вкус должен стать получше. Так, сейчас узнаем. Ну, это... просто ужасно. Как тебе помочь? О, знаю, стакан шоколада. Шоколадом все становится лучше. Вот, держи, попей. Фу, мне намного лучше. Шоколад и правда помогает.